Льготами на проезд будут также пользоваться те пенсионеры, чей доход ниже двойного размера прожиточного минимума. Эти же льготы распространятся на всех пенсионеров старше 80 лет, вне зависимости от уровня доходов. Глава в преддверии решения Краснодарского края поддержал инициативу наших пенсионеров о том, чтобы обратиться в край все-таки с положительным решением этого вопроса. Сейчас в связи с возвратом этой льготы из бюджета Краснодарского края, соответственно, отпала необходимость выплат конкретно по этому нормативу 250 рублей нуждающимся пенсионерам. Добавлю, что в Сочи наряду со льготами для пенсионеров на проезд, которые вернутся с 1 февраля, продолжает действовать решение городского собрания Сочи, согласно которому 16 наиболее нуждающихся категорий граждан получают доплаты из бюджета курорта.